пройти кастинг в школу моделей. Об этом мечтают многие девушки. Но строгое жюри отбирает только лучших. Наверняка эта скромняшка Ким не из них. Хотя в ней определенно что-то есть. Ура! Ким принята в школу моделей. А вот и следующая участница. Настоящая звезда. Меган умеет себя преподнести. К тому же для этого есть все возможности. Ведь материальные проблемы ей не знакомы. Однозначно, эта девушка прирожденная модель. Берем. Видишь, богатые тоже умеют радоваться. Меган счастлива не меньше, чем Ким. Которая просто без ума от происходящего. Как тут не вообразить себя на обложке глянцевого журнала? В мечтах Ким уже покоряет подиумы Парижа, Милана, Лондона. Вот это перспективы. Меган тоже не может найти себе место от радости. Эмоции просто захлестывают. Но путь на модный Олимп не так уж и прост. И начинается он со строгой диеты. Талия топ-модели должна быть вот такой, и ни сантиметра больше. Поэтому забываем про вкусные бургеры и питаемся вот этим. Да, воодушевление на лицах что-то не видно. Еще бы, Меган расстроена, не сможет есть любимые вкусняшки. А Ким тяжело вздыхает, такое меню ей не по карману. Зато Меган приходится еще тяжелее. Ведь личный повар каждое утро предлагает ей вкуснейшие блюда. Но попробовать их значит нарушить правила. Впрочем, постойте-ка. В списке разрешенных продуктов есть лосось. Ну-ка, давайте его сюда. Хорошего понемножку. Что? Коктейль? Нет, нельзя. А вот чистая вода – то, что нужно. Ким тоже пытается подружиться с диетой. Хорошо, что девушка сама выращивает овощи. У нее здесь целый огородик. Конечно, авокадо и лосось вне зоны доступа. Ну что ж, придется довольствоваться малым. Листик капусты. Это так вкусно! Пока строишь карьеру модели, о друзьях забывать не стоит. Ким с удовольствием проводит время с подругами. А после окончания вечеринки можно заняться спа-процедурами. Конечно, на массаж лишних денег нет. Зато есть отличная маска для лица. Из кофейной гущи, которая осталась в чашках. Наносим ее на лицо. Как приятно! Но для некоторых это все слишком просто. Другое дело, когда специально обученный ныряльщик достает тебе со дна морского жемчужную маску. И пока ты воркуешь с мастерами, ее доставляют прямо в салон. Вау, какая красота! Настоящая ракушка! С жемчужиной. Не терпится попробовать это заморское чудо. Итак, начинаем. Наносим маску на кожу. А теперь делаем легкий массаж губкой. Готово! Эффект просто сногсшибательный. А теперь пора постигать тонкости макияжа. Выделить скулы, подчеркнуть глаза. Ох, в идеальном мейкапе столько нюансов. Что ж, пора переходить к практике. У Меган целый арсенал средств. А вот Ким, как обычно, отличилась. Что она достает из сумки? Свой ланч? А, теперь понятно. Румяна свеклой. Интересно, что же получится? И пока Ким экспериментирует, Меган примеряет на себя образ топ-модели, которая совсем не умеет краситься. Не беда. За небольшой гонорар с этим справится ее визажист. У Ким нет хорошей косметики, но в креативности ей не откажешь. Варенье вместо блеска для губ, и это еще не предел. Фантазийный мейк из кондитерской посыпки. Смотрится очень необычно. Эй! А что происходит? Меган повела себя нечестно, ведь она не красилась сама. Провал. Ну, а Ким, наоборот, получает баллы за творческий подход.
Казалось бы, идеальное утро, пока не взглянешь в зеркало. Караул, прыщ! Но, кажется, Меган знает, что делать. Надо всего лишь обратиться к главному редактору глянцевого журнала и обеспечить прыщу путь в массы. Кто платит, тот и задает тренды. Поэтому с этого дня все красотки на обложках журнала будут украшены прыщами. Ким просыпается в очень хорошем настроении, но это ненадолго. А, что это такое? Прыщ? Нет, не показалось. Действительно, огромный противный прыщ. Ну ничего, сейчас мы с ним расправимся. Ким не щадит этого жалкого выскочку. Конечно, бесследно он не исчез, но с этим справится консилер. Вот и все. Шикарный результат. Но, увы, это уже не актуально. В моде прыщи. И как можно больше. А гладкая безупречная кожа никому не нужна. Понятно? Ты не в тренде. Похоже, Ким безнадежно отстала от моды. Все с прыщами, а она без. Красивая укладка – неотъемлемый атрибут модели. Этому сегодня и поучимся. Сначала короткая лекция, а теперь практика. Вот инструменты. Вперед! Судя по лицам Меган и Ким, они не очень понимают, что с этим делать. Бигуди – ерунда. Вот втулка от туалетной бумаги – то, что нужно. А если не можешь подружиться с утюжком, бери золотые слитки, как Меган. Идеальный выпрямитель. Но Ким так не считает. Ее локоны, накрученные на втулке, определенно лучше. Ну, не совсем. Теперь еще и волосы распутывать. Без слез не взглянешь. А вот у Меган все получилось. Идеальная укладка. Золотые запасы не подвели. Прости, Ким, выглядишь не очень. А вот работа Меган сегодня достойна высших похвал. Настоящая модель должна уметь позировать. Но где этому учиться? На страницах глянца, решает Ким. Вырезаем. Вот они, примеры удачного позинга. Теперь Ким может применить эти приемы на практике. Смотри, у нее неплохо получается. Кстати, купальники для этой съемки Ким тоже вырезала сама. Из старых коробок от мебели. А что же Меган? Она тоже ничего не понимает в позинге и чувствует себя неуверенно. Зато имеет возможность нанять того, кто в этом разбирается. Ручку сюда, ножку вперед. Вот так. Идеально. У Меган столько помощников. Что ж, она может себе это позволить. Ким мечтает о красивом дизайнерском платье. Романтичном, легком, летящем. О, прямо как этот пакет. Кажется, появилась идея. Решено. Сделаю платье из разноцветных пакетов. Меган, не нужно переживать о таких вещах, ведь у нее есть собственное ателье, которое трудится над созданием стильных образов. Да тут собрался целый швейный консилиум. Когда у тебя только одна пара туфель, обнаружить ее сломанной – это катастрофа. Но у Ким есть смекалка и нет комплексов, поэтому новые туфли будут из овощей. А вот у Меган вообще нет проблем с туфлями. Понравились? Заказываем прямиком из модного дома. С доставкой на дом. На вертолете. Как не терпится их увидеть. Ого, вот это да! Пора девушкам попрактиковаться в работе модели. Это пригласительные на финальный выпускной показ. И это прекрасная возможность продемонстрировать себя и свои наряды. Первый выход у Ким. Платье из пакетов, овощные туфли. Дополняет эффектный выход дождь из банановой кожуры. Невероятно! В этом всем есть какой-то эко-смысл. Пожалуй, этот выход жюри точно запомнит. Молодец, Ким, это высший балл. А теперь Меган на подиуме. Роскошный образ. Девушка выглядит просто блистательно.
слитки золота, мерцание бриллиантов. Роскошное выступление однозначно понравится судьям. Так и есть. Максимальные оценки. Пора решать. Тоже достоин звания «Лучшая модель школы». Сложный выбор. Жюри в замешательстве. Меган пытается оказать на него легкое давление. Да я же снималась для Vogue! Ну и Ким не отсиживается в сторонке. Посмотрите-ка, кто у нас здесь на обложке бедных людей? Что же делать? Сейчас узнаем, каким будет вердикт жюри. После долгих раздумий решено, что в нашей школе моделей две самые лучшие ученицы – Меган и Ким. Соперничество не получилось. Может, девушки еще и подружатся? Понравилось наше видео про бедную и богатую моделей? Кто из учениц тебе понравился больше? Напиши свой ответ в комментарии. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Не пропусти новые ролики про школу моделей на канале Трум-Трум-Вау!